Вітаю, з вами Шахімат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про економіку в умовах воєнного стану. У нас в гостях книговидавець Михайло Кислов. Михайло, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, я для наших глядачів відкрив таку невелику таємницю. Ми, власне, спілкувалися з вами ще до початку війни. У нас життя зараз розділилось на до та після. На жаль, поки що не після, а ми у цьому стані живемо. І, власне, ми так... Попередньо домовлялись поговорити про книговидавництво, тобто те, чим ви так досить активно займаєтеся вже не перший рік, не перше десятиліття. Але, мабуть, про це ми сьогодні будемо говорити в останню чергу. От для вас, як почалася війна? От 24 лютого, що пам'ятаєте ви, як це відбувалося? Тобто ви пішли на роботу, ви не пішли на роботу. Що відчували? Як сім'я? От що це було для вас особисто? 22 числа мы сдали в печать свою последнюю, а это уже слово правильное, последняя, не крайняя, последняя довоенную книгу. Это книга Леонида Злобинского, третий том «Что я помню». И на 24 была назначена печать в артпрессе. Утром мне позвонили, задали вопрос, запускать или нет. Я не буду пересказывать всего, мы напечатали эту книгу. Она лежит отпечатанная, еще не собранная, и ждет окончания войны. Тобто, власне, це відбулось 24 числа, і, власне, та книга, яка мала стати мирною, вона стала фактично воєнною. І, ну, я буду сподіватися, що все-таки читачі її побачать. От... Ну, для этого нужно два условия. Первое, чтобы закончилась война. И второе, мне уже 27-го, когда я сказал, что все отпечатано и высохло, Леонид позвонил и сказал, что в этой книге будет еще одна глава. Угу. Эта глава будет посвящена уже непосредственно тем событиям, в которых мы сейчас находимся. А мы можем сказать, про что эта книга есть, пока что она, зрозуміло, не надрукована, а тем не меньше? Эта книга, ну, назовем ее так, «Memory», называется она «Что я помню». Эта книга очень добрая, очень оптимистичная. Потому что в течение своей жизни мы встречаем много людей, которые формируют наше сознание, формируют наши воспоминания. Все плохое уходит, а хорошее остается. То есть это добрая, хорошая книга о друзьях, о тех местах, где Леонид побывал. Я раскрою тайну, что мы к ней сделали то, чего никогда никто еще не делал. Это в книге, в художественной книге, эссе, форма там эссе, маленьких рассказов, сделан географический указатель. Это географический указатель на 80% наш, Днепровский. Там есть топонимы, хрононимы, которые известны всем жителям нашего города. И мне очень хочется, чтобы эти топонимы и хрононимы остались такими, как мы их помним. Тобто з тими топонімами і хрононімами, які є вже після 15-го року, тобто це нові назви, як це? Нет, Леонид рассказывает о своем Днепре, а он жил здесь еще... так сказать, до 91-го года, школьные годы, его отрочество, студенческие годы. И потом он уехал в Германию, но потом приезжал часто сюда. То есть эта книга не посвящена современным событиям. Это такая ностальгическая книга познания себя и роста человека во времени. Вот. Там, вот так как. Михайло, от якщо говорити не конкретно навіть про ваше видавництво, а загалом про книговидавництво в Україні після 24 лютого, ви прийняли для себе таке рішення, тобто полишити цей, так би мовити, фронт роботи. Зараз у нас слово «фронт» лунає у всіх новинних стрічках, тим не менше. От що б ви могли сказати тим, хто залишився у цьому бізнесі і продовжує роботу? Тобто, ну, зрозуміло, кожна людина приймає для себе рішення, і тут ми не знаю, наскільки ми можемо чи засуджувати, чи виправдовувати, але тим не менше. От людина прийняла рішення таке конкретне, і загалом, якщо це масштабувати на всю Україну, от ваше бачення. Для того, щоб здати книгу, треба три составляючих.
Первое, вот почему-то с нее начинают все, я ее тоже назвал первой, это финансирование. Второе – это технические возможности. И третье – это интеллектуально-моральные, этические какие-то вещи, которые позволяют сделать достойный продукт. Первое – с ним ничего не изменилось. Финансирование есть. Второе – технические возможности, к сожалению. Я боюсь соврать, меня поправят профессионалы, но я думаю, что 60% книг в Украине печаталось в Харькове. Это была самая мощная издательская база, там порядка 3 или 4 книжных типографий, специализированных. Сегодня вы понимаете, что это невозможно технически. Линия фронта фактически там проходит. Да. Книги Старого Лева, книги Абаги Галамаги печатались в Харькове. Угу. То есть технически невозможно. И самое главное, это третья составляющая, это морально-этическая составляющая. Вот с ней совсем, я говорю про себя, это сложно. Но, тем не менее, для тех, кто желает, хочет или считает это целесообразным, то варианты есть. Александра Коваль, такая у нас лидер из Украинского института книги, вот на днях сделала хороший пост о польских грантах для творческой интеллигенции Украины, которая выехала. То есть, если писатель, иллюстратор выехал в Польшу, то польское правительство предоставляет грант на книгоиздание. В частности, у нас вот, тоже есть возможность издавать книги, и мы будем их издавать, безусловно, после войны. И я надеюсь, что тот контракт, который мы подписали с иностранными авторами на перевод литовской книги, будет поддержан Литовским институтом книги. И эта книга выйдет, у нее очень интересное название. И этот контракт мы составляли в течение 3 месяцев до войны. Название, оно, мне кажется, просто, ну, так сложилось обстоятельство, но оно отражает то, что сейчас происходит. Крижаной Восток. Точка, по-украински Восток. Схід. Схід. Крижаной Схід. Так. Угу. Українською мовою це буде видання перекладено з литовською. Лариса Полякова буде перекладач київський, відомий. Ми з нею вже робимо вторую книгу. Це польський, литовський грант Литовского института культури. А издаваться мы будем технически, скорее всего, не в Украине. Uh-huh. Это будет одна из стран ближнего зарубежья, где есть предварительная договоренность о сотрудничестве. Uh-huh. А вот вы приняли для себя такое решение. Все-таки вот про мотивы. Про мотивы. Особисто ваши. Ну, мы занимаемся книгоизданием 25 лет. И если 24 февраля произошло то, что произошло, значит, мы свои миссии не выполнили. Мы издаем книги, гуманитарные книги, которые должны были, ну, хотя бы чуть-чуть воспитывать, формировать и сохранять какой-то там потенциал гуманитарный. То, что произошло сейчас, говорит о том, что, ну, мы, как издатели, свою миссию не выполнили. Тобто, тут уточнити, не виконали. Тобто, я так розумію, ваша продукція книжкова, вона була в тому числі і на ринку країни-агресора, країн-терориста, як ми її називаємо. Ну, хоча б навіть до 2014 року. Ми... Вопрос не в тому, де продавались наші книги. І вопрос навіть не в тому, яким язиком вони були іздані. Вопрос в тому, що у них була функція. Функція їх була – сохранення культурного спадщины, архитектурной спадщины, исторической спадщины. То, что произошло с Харьковом, я не представляю, как вот наш коллега Андрей Парамонов будет издавать книги про Харьков, которого практически нет. Как будут издаваться книги про историю и культуру Мариуполя. Якого точно уже фактично немає. Понимаете? 90% вот это вот говорит о том, что, ну, вот, мы-то издавали книги, чтобы люди их читали, сохраняли, а мы не достигли своей цели. Угу.
Так, ну, власне, от книговидавництво – це також є частиною економіки у тому чи іншому виді. Тобто люди, з одного боку, як ви кажете, є місія для того, щоб російською мовою просвіщати народ, тобто показувати про, в тому числі, те, про що ви писали, не писали, те, що ви видавали, це є культурна спадщина. От я особисто, у мене є, думаю, кілька книг вашого видавництва, що стосується, зокрема, і старі книги, як то «Парк Шевченка», «Максим Кавун», є більш нові, от, які в 21-му році видавалися. От якщо говорити про економіку загалом книговидавництва, як я вже сказав, це його частина, ваша оцінка нинішнього її стану от, після 24 лютого? Ну, от я говорив про Харків, да, про повне відсутствие і проблемність. Хоча, може бути, я ошибаюсь, і щось сохранилось, мощності якісь є. Но у нас есть прекрасные, вот, кстати, мы чувствовали, что как-то так на седьмом чувстве сработали, перенесли свои проекты книжные, которые ранее были в Харькове, сюда, в Днепр. И вот эту книгу, о которой я говорил, Леонида Злобинского, мы отпечатали в арт-прессе. Угу. Я думаю, на меня не обидятся руководство арт-пресса. У этого издательства, у этой типографии есть большой козырь. Если до войны, я говорю сейчас про экономику, это было сомнительно, потому что цена была высокая, я говорю про бумагу. Они имеют возможность поставки по прямым контрактам бумаги. И поэтому у них с бумагой все хорошо. Импортная бумага, выходят они на поставщика и поставляется им бумага. Сегодня у них есть возможности технически продолжать свою профессиональную деятельность как полиграфистов, как типографии. Поэтому вот это редкий случай, но это будет при том условии, если наши доблестные защитники дадут нам такую возможность. Вот все зависит от того Восточного фронта, который сейчас во всех новостных каналах. Угу. Так, ну якщо говорити, от знову ж таки, книговидавництво – це частина, можливо, невелика економіка, але тим не менше. От просто, ваша людина, ваша оцінка як людина, яка в тому числі займається бізнесом. От стан економіки, як ви його оцінюєте, наскільки він є критичним загалом, якщо говорити? Зрозуміло, що ви працюєте у певному сегменті, тим не менше, якщо масштабувати це на інші галузі, на інші сфери. Я, наверное, не возьмусь отвечать на этот вопрос вот так широко. Угу. Выражу, может быть, свое мнение, которое не может быть никаким не экспертным и однозначно не популярным. И сразу извиняюсь, если это мнение не является разумным. Но это мое мнение. Мое мнение, что сегодня те люди, которые принимают решения, должны принять мужественное и однозначное решение и разделить всю экономику на экономику, которая работает на оборону и которая не работает на оборону. И той экономики, которая не работает на оборону, это рабочие места, это налоги, должно быть предложено конверсировать. Конверсия. Перейти на выпуск какой-либо продукции, которая нужна сегодня стране, нужна людям нашей страны, и которая тоже была, приносила бы им прибыль и достаток и зарплаты тем людям, которые там трудоустроены. И были бы налоги. Потому что мне кажется, что вот я каждый день бываю по 3-4 раза на Новой почте. Мне кажется, что сегодня мы не вправе использовать людской, финансовый, транспортный ресурс на то, что не является первостепенным. А что не є першочерговим, с вашей точки зору? Не є першочерговим, російською первостепенним, то, що ви сказали. Що являється? Не є. Ну, наверное, садові лавочки, гойдалки. От ми допомагали Новій пошті в її логістиці, перегружали контейнери, і волонтери приїжджали, і люди, ми їх змотивували, привезли. Вони працювали безплатно для того, щоб розгрузити направлення, яке є складним. Но коли починають перегрузку тисяч шин, когда начинается перегрузка цветов, почвы, какой-то там, ну, добрых. Декоративных, да. Угу. Не, удобрения, пожалуйста, это же посевная. Не, я маю на увазе для да, декоративные растения. Так. Ну, я сегодня, вот я к вам приехал с Новой почты. Угу.
передо мной грузили унитазы. И вот я стою, у меня в руках 30 килограмм формы тем людям, которые погорели. И я смотрю на это и не нахожу себя вот причины, я сдерживаю себя, я понимаю, что я не вправе упрекать кого-либо, это их бизнес. Ну, вот так. А от якщо ви говорите про переформатування економіки, от, тобто економіка, з вашої точки зору, зараз, у той момент, коли у нас ідуть бойові дії, коли ми бачили ці кадри з Бучі, з Київської області, жахливі дійсно, говорять про міжнародні розслідування, але про які розслідування можна говорити, коли є очевидні факти. Тобто, зрозуміло, якесь заключення, в тому числі міжнародних судів, міжнародних правових інстанцій має бути, але от на сьогодні те, що ми бачимо, це є очевидним. Якщо ви говорите про повне переформатування у зв'язку з цим української економіки, от як ви це бачите? Можливо, є конкретні приклади у вас знайомих, у бізнесменів, які, от, грубо кажучи, до 24 лютого займалися одним, після 24 лютого іншим. І мають, що досить важливо, оскільки все-таки люди хочуть в тому числі їсти якісь елементарні, хоча потреби справляти. Тут у нас, ну, умовний тил, можна сказати, ворог у нас знаходиться в сусідніх областях, і з півдня, і зі сходу. Тобто, як ви бачите таке переформатування і, можливо, якісь конкретні приклади ви можете навести? Оскільки, якщо говорити, ну, будемо відверто, про економіку України загалом і таке переформатування, воно на це треба витратити також якийсь час. Ну, во-первых, есть определенный оптимизм, потому что я так глубоко убежден, и мне так кажется, может быть, это тоже ложное мнение человека, который находится в своем, так сказать, матрице, что финансы есть у страны, финансовые возможности. Надо помочь тем предпринимателям, которые проявили инициативу и перестроили свои производства на выпуск целесообразной военной продукции. У нас в городе известный предприниматель и владелец космические технологии своих, они разрабатывают эти технологии, производят их. У них 3D-принтера, они работали на космос. Сейчас они выпускают турникеты. Турникеты своей конструкции. Это вы про ноосферу или про космос? Аджамский. Это не ноосфера. Это, я боюсь соврать, как правильно называется их корпорация, там три буквы А, Д, С, как-то так. Я сразу извиняюсь. Ничего, так. Вот нам они сделали турникеты для того подразделения, в котором была необходимость, 100 штук в течение 2 дней. У них производительность 500 штук в день, сейчас еще больше. На 3D-принтере печатается вся оснастка. Нашли все технологии. То есть они не просто повторяют турникеты западного производства, они разработали конструкцию свою. То есть это инновационная компания, там инженеры, возможности. И люди работают сегодня на того, чтобы наши бойцы сохраняли здоровье. Им надо только помочь. Помочь как-то. Это уже вопрос государственный. И вторая компания, это вот с Каменского прекрасный Александр Крутько, выпускают разгрузки. Сами сняли лекалы, протестировали их в войсках, доработали, нашли материалы. Швей, швейный цех, хотя он айтишник сам по себе, у него другая специализация была. Но предприниматель, как предприниматель, вот он, так сказать, на мой взгляд, успешно. И сегодня эти лекалы их и образцы просят по всей стране, чтобы это запустить. Но почему вот люди сами по себе этим занимаются? И я не хочу приводить другие примеры, которым уже больше 8 лет. Юрий Касьянов с беспилотными летательными аппаратами. Максим Музыка с тем же самым. Ну, это почему? Цейки у нас мискради, безусловно, да. Это люди, которые на своем энтузиазме делают вещи, которые нужны сегодня везде. У нас очень много сильных, мощных, головастых айтишников, но у нас в армии нет своей связи. Ее можно сделать. Да, я понимаю, это не 2 дня работы, но такие задачи должны ставиться. Я верю, что их уже поставили. Но вот конкретно есть у нас корпорация, там Константин Любимый. Там есть люди, которые занимались всей связью в нашем городе, по большому счету. Вот камеры, которые они ставили. Безопасное место, да? Да, ДТС, это их компания. Там, да, у них там 5 или 6 компаний различных. Это
это потенциал, это мозги, ну, мне кажется, что надо их использовать. Безусловно, тогда это будет полезно всем, и самое главное, она приблизит окончание войны. Так, Михайло, ну ви дещо так торкнулися цієї теми, декілька вже раз побіжно стосовно волонтерства. Ви, зокрема, сказали, що ви до нас прийшли із пошти, ви відправляли те, що потрібно зараз фронту. От, власне, у цьому і питання. Які нагальні потреби фронту, у чому є необхідність для наших бійців, от ви, як людина, яка кожного дня з цим стикається? Мені кажеться, що... Те люди, которые этим занимаются, они эти потребности прекрасно знают. Но особенность сегодняшнего вот дня заключается в том, что эта потребность меняется в течение 24 часов по несколько раз. И мне кажется, вот самое важное, чтобы была возможность перестройки на то, что нужно сегодня. Потому что то, что нужно было вчера, уже сегодня не нужно. Настолько динамичное развитие событий, и ситуация, вот она, так сказать, непредсказуема. Поэтому вот эта вот возможность гибкости, ориентации на потребности того, что нужно, она возможна только тогда, когда есть прямая связь с теми подразделениями, которые выполняют боевую задачу. Вот чтобы эта связь была, мне кажется, что надо изменить полностью всю логистику. К сожалению... В чем проблема? Ну, вы знаете, что я не буду тут много говорить. Ну, зрозуміло, зараз воєнний час, без геолокації, без нічого. Ну, вы прекрасно понимаете, что каждое, каждое войсковое соединение, объединение, часть имеет место прописки. Да? У нас есть вот в нашем городе, в других областных центрах. И волонтеры их пестуют, курируют именно по локациям, по территориальному признаку. Мне кажется, это надо менять. Надо менять, и чтобы курирование волонтерами было по признаку... Вот сейчас, третий день, я слышу в сводках Генерального штаба такое ОТГ, оперативно-территориальная группировка. ОТГ «Восток». Наконец-то, на мой взгляд, все, что происходит, начали называть, хоть как-то дифференцировать. И вот это ОТГ «Восток» может курировать наш регион, Полтавский, Запорожский, который находится ближе всего к ним. Потому что несколько непонятно вести через всю страну то, что нужно, тем частям, которые находятся именно в ОТГ «Восток». Или там ОТГ «Пивдень», да, ОТГ «Пивнич». Естественно, должна быть курация этих, кураторы этих воинских подразделений находиться как можно ближе. Если наша областная военная администрация находится здесь, то она должна курировать не только территориальную оборону, но и те войсковые подразделения, которые вот в шаговой доступности от нас. Ну, до речі, от я знаю, от буквально новина чи сьогоднішнього, чи вчорашнього дня, я щоб не зібрати, військова адміністрація Кривого Рогу сказала, що готова курувати певні населені пункти Херсонської, зокрема, області. Зрозуміло, там йде кордон, ми майже кожного дня отримуємо, що ну, в тому числі територія нашої області обстрілюється звідти. От, Михайло, до речі, якщо вже ми торкнулися питання волонтерства, ваша загальна оцінка, наскільки цей рух потужний, є зараз у тилу, зокрема, якщо ми говоримо про Дніпропетровську область? Ну, скажу чесно, без волонтерського руху многі питання б просто не вирішились в ті строки, які ставляться для їх рішення. Государство у нас потужне, має мощності, можливості, але вот переориентация и мобильность позволяет сделать именно вот этими маленькими мобильными группами и, так сказать, инициативой с мест. Хотя, конечно, если говорить по глобальной вещи, волонтерство – это так, процентов 10 потребностей войск. Спасибо тем людям, которые этим занимаются. Без этого было бы еще хуже. Но, как это правильно сказать, надо все-таки возвращаться на цивилизованное правило організації великих мас і їх управління. Ну, а з вашої точки зору, все-таки в нинішніх умовах, у даному випадку, має більше реагувати саме волонтерство, волонтерський рух, це, в принципі, в першу чергу, це бізнесмен, це люди, які можуть допомогти. Чи все-таки, в першу чергу, це завдання нашої держави? Второе. Держави.
Так, так, Михайло. Хотя вот... я уважаю всех волонтеров и прекрасно понимаю, какое количество тратится экономического ресурса. И я не хочу говорить сейчас на камеру, но очень часто огромные средства, которые собрали мы этими донатами мелкими, потом мы его вкладываем, а потом через 3 дня оказывается, что это неэффективно и неоптимально. А мы это делаем, потому что мы делаем это по разумению собственного. Так? Мы же не знаем всего. Нам да, сказали, координация моя будет. Мы сказали, нам сказали, что вот это хорошо. Мы так и делаем. Думаем, что приносим пользу. А на самом деле получается иногда обратное. То есть отсутствие полноты информации, некомпетентность. Вот я говорю сейчас только про себя. Мы 2 раза уже попадали в такие ситуации, когда мы приносили не пользу, а вред. Благо, мы останавливались вовремя, нам помогали. Но деньги-то уже затрачены. Они могли более эффективно быть затрачены. Тобто це так, не будемо конкретизувати, але тим не менше, тобто придбане було те, що вже не потрібно. Оно не просто не потрібно, оно вредно. В якому ключі? Після ефіру я вам розкажу. Добре, домовились. Так, Михайло, щоб завершити питання економіки, у нас буквально пару хвилин ще лишається. От кожного дня від нашої влади, від обласної, від міської, ми чуємо, що виходьте на роботу. Всі, хто може, виходьте на роботу. Тобто в контексті того, що ви говорили, вашу точку зору про переформатування економіки, от як ви ставитесь до закликів влади? Я, наверное, процитирую того человека, с которым встречался несколько дней назад. Человек приехал с нуля, и мы с ним общались в короткий промежуток времени. И это наше общение было заполнено именно вот теми потребностями, которые нужны подразделению. Но когда мы поехали через город, он задал мне, сказал просьбу, а можно я проеду через проспект? Я месяц не был в родном городе. Мы проехали через проспект, он говорит, а можно мы заедем вот в то кафе, где я был до войны? И мы заехали в это кафе. И я говорю, наверное, он не работает. Сейчас уже предприниматели закрываются рано. И как он был рад, и как он был вдохновлен, что это... Я не буду сейчас рекламировать, что это кафе работало, и там готовили тот же кофе, который был до войны. Я думаю, что это вот моральный фактор этот важен всем. И самое важное, там обслуживают Збройные силы Украины бескоштовно. Ему с собой еще дали того сорта кофе, который ему нравится. Знаете, это большая поддержка и моральная чисто. Да, конечно, то, что происходит в эти кафе, оно, конечно, в другом формате. Но наши Збройные силы там стоят и умирают для того, чтобы этот формат сохранился. Да, і от, власне, Михайло, ми починали з вами з питань, в якійсь мірі питань культури, оскільки книговидавництво – це є питання в тому числі культури. Буквально, щоб 30 секунд завершились. У цій війні ви бачите роль діячів культури, якою вона є? Якою вона має бути? Я не діяч культури. Я процитирую свого фейсбучного друга Сергія Сергійовича Лещенка. Он же Сайгон, лучший писатель Украины прошлого года по версии BBC. 1 марта он писал и говорил, читайте книги, развивайтесь, пожалуйста. Для этого мы, так сказать, выполняем свою миссию. Он на фронте, он в оперативной резерве с первого дня. Буквально 10 секунд. Да, но 24 марта он сказал, я больше не писатель. Я не вижу целесообразности в этом. Это очень сложно, мне кажется, вопрос. Роль деяча культуры. Они нужны. И нужен Мартин Брест, и нужен Сергей Сергеевич. И их слово, оно очень важно. И я хочу, чтобы их слова звучали после войны. Так, і буде про що спілкуватись нам з вами в цій студії. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувались з книговидавцем Михайлом Кисловим. На все добре. Дякую.